Я пойду в лагерь для беженцев и буду помогать им. Господин Макано, физически наши граждане как-то пострадают? Физически наши граждане могут пострадать от, от диверсионистов, от диверсий. Я знаю, что полиция, СИБ и так далее, очень верю им, что они сегодня не спят и занимаются этими группами риска в Республике Молдова. Просто мы видим, что сегодня люди спасаются. Уже у них на руках, чтобы вы знали, я говорю это честно, я знаю, у них на руках уже есть списки, которые выступают или выступали за Украину. Уже их списки у них на руках. Они нас будут ловить. Вы смотрите на этих безумцев от Юрия Рожка и других, которые говорят, что сегодня началась священная война за каких-то ценностей, фамилий, против геев, против вакцин. То есть они придумали целую теорию, вот такую ихнюю, что они воюют против господин этих Макан, геев. У нас, хочу господину Хремцеву предоставить слово. Давайте, чтобы люди сегодня, мы видим очереди большие в продовольственных магазинах, мы видим, что они запасаются топливом. Есть основания для этого? Есть основания сегодня паниковать? Не надо паниковать. Надо собраться и всем миром помогать украинцам.